Всем доброго времени суток, мои дорогие любимые зрители, с вами Юранка. И сегодня я хотел бы вам рассказать о том, что делать в том случае, если у вас вдруг пропал в системе Windows звук. Я надеюсь, что данное видео вы смотрите с телефона, с мобильного, а не с компьютера, как мне в прошлый раз писал один товарищ, очень умный, о том, что как я тебя услышу, если я смотрю это видео с компьютера. Если вы смотрите это не с компьютера, или с компьютера даже, пускай если вы не слышите мой голос, то в любом случае все поймете. Значит, смотрите, данная функция, данная операция, конфигурация, она работает абсолютно для любой системы Windows. Это включая Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Windows 8 и Windows 10 немножечко по-другому все делается. В первую очередь необходимо открыть диспетчер задач. Мы с вами нажимаем Ctrl, Alt, Delete. Далее выбираем диспетчер задач, далее у нас запускается с вами диспетчер задач. Если вы пользуетесь, я вновь повторюсь, Windows 8 либо Windows 10, вам необходимо открыть самый последний раздел. Смотрите, значит, как у вас все может быть выглядеть. В первую очередь диспетчер задач, если вы впервые его открываете, будет выглядеть вот так. Вы нажимаете клавишу подробнее. Далее у нас с вами происходит расширение. В самом правом углу, если это Windows 8 или Windows 10, открываем раздел службы. Внимательно запоминаем. Служба называется Audio CRV. В описании подписано Windows Audio. Она может быть написана «Выполняется», может быть написано «Остановлено», «Перезагружается» или все что угодно. Другое, и решить такую проблему очень-очень просто. Все, что нам нужно с вами сделать, это выбрать Audio CRV. Если вы используете Windows 7 или 8, то в разделах «Процессы», просто в списке процессов, вам надо будет найти также этот Audio CRV. Вы нажимаете на него правой кнопкой мыши. Если это Windows 8 или Windows 10, вы нажимаете далее слово «Перезапустить». Я не буду это нажимать, потому что у меня сбросится запись, и у меня прекратится запись с микрофона. Из-за этого бандика может зависнуть. Нажимаете «Перезапустить», и вуаля, все работает. Если это Windows 7, то в разделе «Процессы», давай попробую показать тебе сейчас, подожди, наглядно. Мы с вами входим в Windows. Итак, мы с вами вошли в систему. Далее находимся на рабочем столе. Нажимаем Ctrl, Alt, Delete. Запустить диспетчер задач. После открываем раздел «Процессы». Опять же, можно открыть раздел «Службы», нажимая имя. Далее мы с вами должны увидеть, вот она, Audio CRV. Это мы выбираем, что такое? Подключаться в будущем сети, к которому подключаюсь общественными. Нет, мы выбираем домашнюю сеть. Так. Значит, смотрите, Audio CRV, описание Windows Audio. Нажимаете правой кнопкой мыши, далее остановить службу, потом нажимаем. Она у нас с вами остановлена. Далее нажимаем запустить службу. Или еще более простой способ, это просто перезапустить Windows. Если вдруг у вас от перезапуска Windows все равно ничего не работает, то вот такую вот манипуляцию можно выполнить с службой. Делается это все как Windows 7, я вам только что показал, Windows 8, также и Windows 10. Все делается одинаково. Так что на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. Всем до новых встреч, увидимся на канале, в группе, в новых обучающих роликах. На канале, в группе и в играх. Всем удачи, до новых встреч, ребятушки. Учитесь настраивать компьютер правильно, не попадайтесь на мошенников и не захламляйте свой компьютер, в том числе как обычными файлами, так и вообще вирусами. Это иначе очень плохо кончится. Всем удачи, до новых встреч, ребятушки. С вами был Юранка. До новых встреч и пока-пока. Так. Ага. Пока.